конец. Губы были еще накрашены, сейчас они уже не накрашены. КСПФ посоветую, что я не знаток, но мне мой нравится. Прям норм. Сейчас покажу. Ладно, встану ради вас. Так. Для лица. Пожалуйста, скриншот делаем. Вот такой у меня 50+. Мне нравится. По консистенции классный. И он белый, естественно, но он как бы быстро впитывается, и поэтому не остается белой маски. О, у меня, кстати, от той же марки еще это закрепитель макияжа, фиксатор. Вот. И вот этот... Сейчас, секундочку. И вот этот для тела. Я просто искала бутылку для тела, чтобы было удобнее мазаться и все такое. Потому что вот такой вот жалко мазать на всю тело. Поэтому, да. Такие дела. Конец. Вы сидите на диете, да, только что мороженое вот поел. У меня мороженая диета. Кто по нации, я русская. Очень красиво без макияжа, откуда узнаете? А, ну у меня в каждом видео, я в начале видео без макияжа, ну да. Ладно, спасибо. Как тебе работа в Таиланде? Много ли платят? Нет, платят очень мало, покеты очень маленькие. Покет — это то, что обычно моделям на трехмесячных контрактах каждую неделю дают определенную сумму денег, потому что им как бы, как мне, им не платят. То есть я сейчас уже здесь долго живу, у меня другие условия, другие договоренности с агентством и так далее. Я как бы получаю, так скажем, не то что зарплату, но я получаю процент от съемок. Вот. А в Таиланде, так же, как и на любой другой, на любом другом контракте, когда ты приезжаешь на 3 месяца, тебя плачут там перелет, проживание, вот эти покеты дают каждую неделю, но ты зарплату не получаешь. То есть ты работаешь, отрабатываешь вот то, что тебе все оплатили, а потом только начинаешь зарабатывать. Вот. Прайсы очень низкие, минус очень большой. Ну, то есть оплата там за проживание, вот это все очень много. Покеты очень маленькие. Страна вообще мне не понравилась. Ну, не страна, я именно в Бангкоке была. И не знаю, может быть, отдыхать там на островах где-то и классно, но работать в стране, в столице мне не понравилось. Вот. Грязно, жарко слишком для меня. У меня проблемы с давлением. Я там один раз в обморок упала в метро. Разбила себе колено и локоть перед кастингом. Вот, хорошо не лицо. И, ну, короче, так себе, не понравилось мне. Родители изначально одобрили то, что стали моделью. Ну, они с опаской относились, во-первых. Во-вторых, они не очень в меня верили, так скажем. Вот. Но когда я в Корею уже улетела, и здесь, когда начала нормально так зарабатывать, а сейчас уж тем более, они очень рады и всем ходят, рассказывают, какая я у них классная. Что за тушь? Сейчас встану, покажу. Давайте я вам всю мою косметичку покажу, раз вопросы такие пошли. А, блин, зачем я встаю? У меня сумка лежит. Так, сейчас покажу все, чем я красилась сегодня именно. Скриншотить готово. Сейчас я отвечу на все, что тут еще есть. Сколько раз времени? 5:30 у меня. Ногти нельзя делать. Можно, если очень, такие прям незаметно нежные какие-нибудь. Вот. Ну и желательно, чтобы они не отрастали, потому что если они отрастут, то уже некрасиво. Ну, короче, очень опасно делать ногти, поэтому лучше не делать. Машины у меня нет, и прав у меня тоже нет. У меня нет V-line. У меня всегда такая форма лица была. Я единственное, что я упала и разбила подбородок, у меня вот тут есть шрам, поэтому он немного вот здесь вот это видите, немножко острее выглядит. Вот, но в целом у меня всегда такая форма лица была. Все, давайте, пока вопросов других нет. Я буду вам показывать сейчас свою косметику. Сейчас все выступлю. Так. Моя тоналка. Кейт, Токио. Вообще не знала такой фирмы, я просто выбирала по тону, потому что в Корее все тона в основном корейских фирм желтят, а у меня под тон розовый. И мне было очень сложно найти, вот выбрала вот такую вот розовую. Вот, это тоналка. Наношу я вот такой кисточкой, а потом спонжем вбиваю. Консилер Луна. Вот такой вот консилер. Точно так же спонжем.
Вот такой у меня стик для контуринга. Я его купила, но он, я его заказывала онлайн, поэтому он такой немножко рыжеватый. Но когда его растушевываешь, он, в принципе, норм выглядит, но я бы хотела более такой потемнее, как более как с загаром, а не какой-то оранжевый. Вот, потом сверху я наношу такое у меня пудра. Она чисто белая. Белая пудра для закрепления. Вот такая. Да, потом... Что по пудре?